По информации пресс-службы Думы, начальник финансового управления Лариса Асаржи сообщила, что в 2023 году на исполнение бюджета оказали влияние не только экономические условия развития страны, региона и муниципалитета, но также изменения федерального и регионального законодательства. По итогам 2023 года исполнение бюджета по доходам составило 5 миллиардов 697 миллионов рублей. По сравнению с 2022 годом объем доходов увеличился на 0,3% или на 16,8 миллионов рублей. Крупнейшим доходным источником бюджета по-прежнему остаются межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Приморского края, которые составляют более половины артемовского бюджета в общем объеме доходов. Расходы в 2023 году составили 5 миллиардов 732 миллиона рублей. Бюджет округа формируется по расходам и исполняется в программном формате в рамках 24 муниципальных программ. 7 программ – социальная сфера, 9 программ – сфера ЖКХ, в том числе благоустройство территории, 1 – сфера дорожной деятельности и 7 программ управленческого блока. Главным приоритетом для бюджета остается социальная сфера, куда направлено 64% всех расходов бюджета. Важно, что и жители вносят свой вклад в привлечение средств на территорию округа. В рамках инициативного бюджетирования активные жители Артема принимают участие в создании проектов. Благодаря такой активности и инициативам жителей в рамках конкурса «Твой проект» благоустраиваются дворы, приводятся в порядок дороги, устанавливаются освещения. Также в 2023 году ТОСы реализовали 14 проектов и привлекли средства краевого гранта.